ехали по Самбурово на полдороге и пробивали, что главная она. Но она дальше главная идет. А здесь половина дороги и главная. И столкнулись. В результате ДТП маршрутка от удара вылетела через бордюр и врезалась в угол старого дома. Удар был такой силы, что в салоне сорвало пассажирские кресла с креплений. Сильно пострадала передняя часть. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи скорой помощи и полиция. По словам очевидцев, некоторые пассажиры были госпитализированы. Это не первое ДТП на этом участке дороги. По словам местных жителей, аварии здесь происходят регулярно. Здесь аварии происходят каждую неделю. Сейчас еще не начался летний сезон, а когда будет много участников приедет отдыхать, так аварии участятся. В неделю, когда летом будет, по 2-3 аварии в неделю. Сейчас за зимний период, так сказать, это редкая неделя без аварий проходит, так сказать. Каждую неделю бьются. К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв. Участники получили легкие телесные повреждения. Автомобили пострадали куда серьезнее. Подробности и детали происшествия устанавливаются.